Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. И сегодня будет очень такое милое видео, которое не выходило очень давно. Это большущая благодарность вам, мои дорогие друзья, мои подписчики канала, потому что на данный момент записи вас уже 416 людей, 416 подписчиков, которые смотрят меня, интересуются, пишут иногда комментарии, иногда, конечно, женой пишут, и я безумно рада, что вообще до сих пор потихонечку, иногда мощными порывами держу идею продолжения канала, что мои видео дают вам какую-то полезную информацию, какие-то советики. И не бойтесь, кстати, спрашивать меня, какие-то вопросы задавать. Потому что если, к примеру, я вела бы трансляции, я бы могла бы отвечать на ваши вопросы там. И, кстати, если вам хотелось бы, чтобы эта идея имела место быть, чтобы я эту идею осуществила, то пишите под этим комментарием, что да, вы хотите, к примеру, стримы ненадолго, хотя бы там на часик, не на 3 часа, как раньше, а всего лишь на часик, чтобы я могла, к примеру, ответить на ваши вопросы, поболтать с вами. Может быть, кто-то хотел бы сделать со мной фотографию в каком-то стиле. Я буду в шоке, конечно, если люди такие есть. Вот. Если действительно вы это хотите, и будет очень много комментариев по поводу того, что вы хотите, допустим, стрим-сходку со мной, то я ее постараюсь устроить. Я постараюсь ее устроить в будний день. Пораньше, чтобы, допустим, другим часовым поясам было бы тоже удобно. И там вы сможете мне задавать хоть любые вопросы, хоть просить со мной сфоткаться, и мне будет просто очень-очень приятно с вами там пообщаться. Вот. А так, 416 человек. Ребят, я помню, как сколько, 2 или 3 года назад я выставила видео, где очень сильно радовалась, что вас было 50 подписчиков, а сейчас вас уже 416. Еще немножко, и будет 500, и я буду не верить этой цифре, когда дойду вообще до нее. В общем, что я хочу сказать? Я хочу сказать большое вам спасибо, что вы до сих пор со мной. Тем, кто новые подписчики пришли, тоже большое спасибо, что вы подписались, и вы заинтересовались моим каналом. И это на самом деле очень приятно для моего сердца и для всех лошадок в моей конюшне, потому что только благодаря вам я заставляю себя выйти из тумана лени и начать что-то творить потихонечку. Какие-то видео, как про Sims, к примеру, не заходят, ну вот не идут они у меня. Кто-то прям вот волнами снимает про Sims, я же... Нет, я, видимо, только по ССО. Ну, точнее, я могла бы и по другие игры, но это не в моих возможностях. Так что пока что мой основной творческий... моя творческая... как ее сказать-то? Муза! Моя муза — это SSR Stable. Вот. В общем, ребят, спасибо вам большое. На самом деле, я бы хотела безумно сфотографироваться с вами действительно на сходке. Потому что последний раз, насколько я помню, сходку я устраивала 2 года назад. Это была зима. 2 раза сходка длилась по 3 примерно часа, и я 2 дня подряд, по-моему, сажала себе голос. Вот. Так что я вам предлагаю, если вам это интересно, если вы хотите со мной сходочку, вот, то могу ее устроить, к примеру, в воскресенье, там, в час или в 12, но только если вы этого действительно хотите. Потому что если вы этого не хотите, то мне нет смысла ее устраивать. В общем, спасибо вам всем еще большое. Если бы не вы, не было бы покупок разных лошадей, я бы не пережила многие моменты в Star Stable. Я бы не повысила свой навык в записи видео, и пусть он как бы не так уж сильно, на взгляд, повышается, но на самом деле в какие-то моменты он повышается, что-то новенькое я придумываю для себя. Вот, и очень спасибо, я вас очень сильно люблю. И на этом я с вами прощаюсь. И не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующих видео!